2 июня по результатам аттестации состоялся круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с продвижением рамки компетенции G20 для взрослого населения и ее адаптации. В России стоит острая проблема финансовой грамотности, так как в силу особенностей исторического развития страны большинство населения всегда имело слабое представление о возможностях распределения собственного бюджета и различных инвестирований. Это очень большой проект, в котором мы работаем. Он как раз посвящен тому, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Причем население разных возрастных категорий. Школьников, студентов и, соответственно, взрослого населения. Чтобы человек не только знал, но и умел применять. То есть вот есть такая проблема понятия функциональной грамотности. То есть я могу знать все правила, но я не буду понимать, как их использовать в реальной жизни. Поэтому, соответственно, вот и здесь мы именно на вот такие активные формы. Понимая важность проблемы, правительство РФ обозначило задачу периодом до 2020 года повышение финансовой грамотности населения как одну из приоритетных. Эта проблема рассматривается в качестве важного фактора повышения финансовой стабильности. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.